излечивать, да? Очень нравится, конечно, в Сочи. Просто. Ну, когда-нибудь и в Крыму настроят. Сбывается. Не знаю. Даже детские сны. Вспоминаю некоторые, и то оказались правдой. Через 200 метров поверните налево. В гору куда-то едем, едем. Поверните налево. Все выше и выше. Ну вот, я приехала. Сейчас посмотрю. 67-я квартира у нее. Да, здорово, пальмы растут под окнами. Сейчас я ей позвоню, что я уже приехала. Так. А, ну вот тут, наверное, в этом подъезде. Яхт-клуб. И на Новый год, Люба, у нас теперь новая фенечка вышла. Богатые люди на яхтах празднуют Новый год. Также до 11 музыку, а там сколько хочешь. Представляете, какая красота из окна. Ой, завидуйте, девчонки, завидуйте. И пальмы вон, видите. А вон кораблик вон идет, видишь? Угу. Не знаю, возьмет телефон, не возьмет. Ой, красотища. Я сейчас ехала, пока прям... Ой, как же красиво. Вот, представляете, лаврушка эта. Вот, от снега ее погнуло. Дерево целое огромное. Обалдеть. Кстати, как здорово. Кипарисы. Пальма из-под окна вон там торчит. Ну, здорово. Видишь, какая огромная. Вообще, конечно. Вот что значит, дома уже старые, все сохранилось. Да, я 3 года мы здесь стали. Да. Смотрите, какая Люся. 15 лет девушке. Не выглядишь как бабушка, нет. Так еще и бегает. Лохматущая такая. Глаза серьезные. Правильно, правильно. Да, вот так. Где же, чем можно навести? Так, а мы смотрим красоту. Девчонки, смотрите, какая прелесть. Прям такое этническое украшение. Шикарное. Наверное, вот так. Угу. Ирина любит украшения. Это мне Люба сделала. Да? Да. А, я уже не помню. Ваша. Вот у меня еще такая этника есть тоже. Угу. А вот сейчас покажу одну из своих любимых. Ну, это кость, наверное, ведь. Я думаю, дерево, нет? О, нет, вот это вот. Ну, на кость, да, похоже. Ну, это знаешь откуда? С Испании. Значит, кость. Дерево, вот оно видно, оно даже по ощущениям другое. Но лежит красиво очень на груди. Да, конечно, то нет. Что одно, что второе. А это вот мое из любимых. Не знаю почему, но я его очень люблю. Это вот, знаешь, это Сорока фирма. Угу. Ну, такое тоже люблю. Сейчас одеваю. Ну, не сатуар, он, конечно, коротковат для сатуара.
красивое стекло. Угу. Вот тоже еще одно из моих занож. Вот не знаю, Люба, посоветуй мне, как вот это отстирать. Тоже люблю, летом таскаю. Как постирать? Щеточкой зубной, может и быть. Все, да? Ну и да, и как, а как-то. С ракушками. Угу. Ну, тоже как идея очень. Вот мне очень нравится. Оно легкое, угу, на лето. На загорелой коже хорошо смотрится. А это ох тоже ты, такое прикольное. Ух ты. Тоже оттуда же с Испании. Ну, это простенькое. Вот они, идеи-то. Вот где таких взять бы. Угу. Таких интересных. Вот это мне собрали, разорвались у меня бусы. Но оно не лежит на шее, когда я вот его одеваю. Оно как-то торчит. Поэтому мне не особо нравится. Но оно как чокер, видишь, оно да, стоймя, так и должно так быть. Так и должно быть? Угу. А я вот все думала. Чокер. Это тоже летняя простенькая тоже. Ну, это или Эван, или что-то такое из этой породы. Или Фраше. А нету? А может, маркировочки-то и нету. Может, спала вот здесь. Видите, как на шнурочках. Угу. А это тоже фирма Сорока, но как память, я его не ношу, как-то я себя в нем не нашла. Но просто как память от Селюкова, от жены, который парад принимает. Вот mm-hmm. Он мне подарил такую вот штуку. Тоже. И подарил их всего 5 вариантов. Сейчас покажу, у нее есть паспорт. Он, ну, вывез, на 50 лет мне подарил такую вещь. Mm-hmm. Ее можно носить как брошку. Это натуральная орхидея, засушенная в белом и в желтом золоте с камушками. Их всего 5 видов таких орхидей. Вот один из видов у меня. Угу. Какая интересная. А я вот как-то не умею брошки носить. Ну, я иногда одеваю ее под бриллианты. Ну, у меня потому что в основном одежда такая не для брошек. Красивая. Угу. Вот они какие. Угу. Под них у меня браслет. Сейчас покажу. Ну, браслет обычный. Угу. И под них сережки получаются. И колечко с плоским. Угу. Красота. Угу. Есть. Ну, вот такой вот крест, это мне мой вот сын, как бы, названный подарил. Сейчас покажу. Но вылетел камушек, и вот нужно будет его делать. Видишь, вылетел, видно, купалась, и вылетел камушек. Угу. Надо мастерскую отнести, да. Вставят, тут скрапа есть. Угу. Или вот в этой хожу тоже, мне очень нравится, Вифлеемская звезда. Угу. А эта Филька мне привез этот... Господи, с Италии их герб. Вот это одна угу. звезда есть, а есть герб. А еще у меня есть старые, 50 какого-то года сережки. Я хожу. Может быть, немногие их такие знают. Они даже вот погнулись, потому что золото такой металл. Угу. Вот какие кольца. Интересные, какие птицы-то. Угу, павлины. Да. А это вот тоже купила, отпаялась. Видишь? Да, тоже. Ну, это золото с бриллиантами обычное. Все. Это мама мне дарила в детстве. А это я вот Аидину сережку потеряла. Одна осталась. А это тоже наборами. Такой топаз. А в основном брюлики. Еще где-то валяются остальные. Не знаю. Красотень. Ага. Старая тоже. Почистить надо. Да, чего, но они не ходят. Я в золотых хожу, поэтому не ходят. Надо делать там им полностью. Вот мне какие. Ну, это ж смешно одевать под вот это, Люб. Ну да, тут надо другие немножко. Надо что-то такое массивненькое, наверное. Вот. Надо в Калининград ехать. Да, вот там. Слушай, смотрела выставку рукоделия, Люк,
И там вот такие камни, как у меня, я тебе показывала, сейчас тебе его принесу. Их делают и в оправу, и в дырку через шнурок. Угу. Вот такие подушки. Даже еще и вот он вживую. Угу. Ну, дырку, наверное, проблематично. А вот в какую-то оправу его засунуть, я бы начала. Да, или в проволоку, или обшивать надо бисером. Нет, а я видела вот именно из металла сделано вот на формуле рукоделия, вот недавно, которая была в Москве. Прямо, знаешь, вот как бы вот так его зацепляют и снизу. Ну, это заказывать надо. Да, да, да. Да, хорош, конечно. Такой он и цвет вот мне нравится. И внутри он такой интересный. Ну, настоящий. Да. Ой. Так. Еще. Угу. А у меня такие были любимые мои серьги, ну, морские звезды серебряные. Где я потеряла одну? Даже, не, ну, вот и я так даже не могу вспомнить. Тоже, ну, крупные такие. Так жалко. Ну, это с Венеции. Ну, Мурана, понятно. Мурана, да? Да. А вот это мне нравится больше. Тоже, наверное, Мурана. Муран. Мне и ваза. Сейчас, правда, китайцы стали собаки подделывать. Ну, вот очень такой же формы смотрится. Делают, да. Ну, единственное, вот эти ленты, я не знаю, как-то вот они меня смущают. Сейчас я посмотрю. Ну, надо или на цепочку, или на шнурок. Да, ленточки-то, конечно. Ой. Давай подержу тебя, понимаешь? Ой, девчонки, какая красота. Почему у меня море не видно из окна? Ну, так смотрела бы и смотрела. Я ведь и купаться не люблю особенно, я просто смотреть люблю. Ой, я люблю купаться. Он катер гонит, видишь? Быстро-быстро гонит как. Да, тут у нас целый парк. Да. Дендропарк. Вот. Сколько? Это, Люба, 23 яйца у меня было. Обалдеть, смотрите. На солнышко ее положили, и она вон вылезет сейчас. Вот таких Ирина вырастила, огромных. Здоровая. Здоровая. Смотрите, как. На руки я ее, вот где что болит, я ее сажаю. Домашний лекарь. Ну, вот сейчас вылезет, я вам покажу. Еще. Пришла, понюхала, пошла дальше. Холодная, видно? Наверное. Холодная. Люся. Кс-кс-кс-кс. Так интересно, Люба. Лохматущая такая. Да и шерсть каждый вот выходной пылесосит. Да как? Что, я не знаю, что весь, это такое? Ходишь весь шерстки. Ну, надо. Штаны-то у нее какие сзади. Огроменные. Вылезает на солнышке-то. Вон она. В квартире живет. Да. Ахитинка. Ахитинка, да. Ну, вот. Как ее выкинуть? Да, жалко, конечно. Это. Огурцами, салатом кормят ее. Да. Неплохо ты прижилась. Айсберг, не абы какой. Айсберг. Айсберг. Как все солнышко-то любят. О. Вылезла и пошла гулять. Геуронку раздает скатерть. Вот каких животных люди держат. Да.
Да молчит тебе собака, не поговоришь. Да. Медленная такая. Ой, сейчас почитаю тебе, Ир. Мне Наташа нумеролог прислала. Вот тоже интересная, кстати, женщина. Очень интересно. Очень интересно. Вот, девочки, вот что вот это. Бутылки не надо ставить. Мои дорогие. Думала, сейчас пока покурю, и солнышко будет красиво садиться. Оно вон куда пошло, за дом. В Турцию. Иринка, это все мы с тобой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ага, зато облака красивые, в Турцию все пошло. Ой, гляньте, какая красота. А было прям солнце только вот буквально 5 минут назад. Да меньше. Смотрите, какая красотища. Вот такой вам закат. Сочинский. Сочинский. А то приеду скоро в Черноморск. Опять выйду за калитку, и вот это солнышко. Ой, ну красота, правда. Теперь ту сторону сними, скажи, это Сухуми, Абхазия, в той стороне. Да, там Сухуми. А он там подальше Крым. Крым, да, да, Новороссийский Крым. Ой, девчонки, я прям в Сочи влюбилась. А, еще мне Ирина сказала, вот это дерево, которое я снимала сегодня, без листьев красиво, это называется тюльпановое дерево. Представляете? Оно есть еще белое. Бело-зеленое. Вот так вот. Ну, я там напишу под ним потом, что это тюльпановое дерево. Ой, красотища. Я говорю, на самолете садилась, Ирин, ага, и вот облака, как деревья там прям. Да, вот. Да. Так не хочется уезжать. А надо. Да. А он наверху Витька, вот этого здания, там наверху, посмотри, там же этот зимний сад. Вот там вот крыша одесса. А, вот там видно, да, стекло. Девочки, я приеду в Черноморск, сделаю видео, как поют сыновья Ирины. Вы теперь будете представлять, кто это, что это, что это не реклама какая-то, а на самом деле Ирина мне давно присылает видео. Поют просто ребята. Так что вы будете в курсе теперь. Ну что, девочки, никак не могу от Иринки уехать. Гляньте, уже вечер. Я тебя не слышу. А я снимаю. Вот. И сейчас вот так сложилось. Это не специально было придумано абсолютно. Сегодня показывают по каналу «Пятница». Передача есть такая «Свадьба». И сегодня показывают как раз свадьбу сына Ирины, Кирилла, с Сашенькой. Очень интересно посмотреть. Девочки, я потом приеду, в интернете найду и вам кусочки покажу. Это такая красивая пара. Я думаю, что вы с удовольствием посмотрите. Смотрите, какая красота.